Ритмы испанской гитары вместе с ирландскими национальными мотивами. В Химках провели мастер-класс. Горожан учили танцевать западноевропейские танцы. Преподаватель хореографии Ольга Тимофеева рассказала о важных аспектах. К примеру, о положении рук в ирландских танцах. Руки не танцуют практически. Они прижаты к туловищу. И, значит, делаем такой кулачок. Не сильно замкнутый. С воздухом и прижаты друг к другу, прижаты к телу. Особое внимание и ногам. Основной акцент в ирландском танце идет именно на них. Мастер-классы в Химках проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.